Советские крылатые качели, ракеты и деревянные горки заменили баскетбольные площадки, детские игровые комплексы и тренажеры. День города жители улиц Гузовского, Гагарина и Ярмарочной отметили на обновленной территории двора. Об этом они мечтали уже несколько лет, прогуливаясь по разбитым дорогам. Наш корреспондент Екатерина Никитко присоединилась к празднику и лично оценила масштаб изменений. Таких качелей, как в советском кинофильме «Приключения электроника», сейчас не увидишь практически ни в одном районе Чебоксар. Современная спортивная площадка со специальным прорезиненным покрытием, большой игровой комплекс и даже экопарковка. Город преображается благодаря программе благоустройства дворовых территорий. Общая стоимость проекта реконструкции улиц Гузовского, Гагарина и Ярмарочной составила более 30 миллионов рублей. До мая месяца, до июня, здесь было то, что было вот в моем детстве. Скрипучие качели. Какие-то непонятные советского образца лазилки, которые совершенно не использовались. Также в рамках программы «Безопасный город» ведется активная работа по установке видеокамер на спортивных и детских площадках. Благоустройство дворовых территорий в Чебоксарах началось еще в прошлом году. Впереди еще несколько лет и десятки подобных проектов. Ну, конечно, видимо, сейчас как бы совершенно другая картина, совершенно, вот скажем, другой вид. И конечно, и настроение хорошее людей. И функционал, и содержание. Это здорово. Специальное поле для футбола и баскетбола, тренажеры, дорога для пробежек, большая детская площадка, современные карусели, качели и горки. Двор стал местом притяжения и детей, и молодежи, и взрослых. Вечером очень долго народ гуляет здесь, детвора. Родителям с детьми есть куда пойти податься. Все шикарно. Молодцы, молодцы. В 2021 году планируется разработка и обустройство 204 дворовых территорий. На эти цели в республике выделят 1 миллиард рублей. Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.